вообще у Ксении, блядь. Не, нормально, нормально, ну. Мне показалось, что флайер далеко говорил. М32 кому надо. Вот это наш. Да. Блин, это же заметками случилось тогда. Заметки? Сторона. Так же, как и на прошлой миске, я надеялся на крича, а высадили. Вы скажите мне, как вы похуй ты им отдали? Приехали. Приказ. Короче, на ней едем по дороге. Ты готов, что ли? Почему у тебя в кур не был поставлен? Ведь ты кого-то кто был поставлен, я пропил от того, что у меня родители. Я даже сделал не пустую. Ты на земле-то посидишь, высади. Сразу не улетай, ладно, мы там болтаемся немножко. Вот чувствую, что... Он дальше как сидит перед нами вон. Камняк. Да, но в камнях хуйняет. А он там машину. У машины. Он с у машины. Да я знаю, я просто стрелял уже. 500 раз. Прям в тачку, в тачку. По тачку стреляй. Бегут прям в тачку, в тачку бегут. Интересно, не, на труба не долетит. По машине, давай. Там человек. Они вытянули, походу, да. Бедный пиздец. Пиздец, хорошо, блядь. Это мне нужно еще есть. Я, короче, побежал вниз, грехом. Сдохну, так и сдохну. Нет, не надо мне смотреть мою метку и двигайся. На метку мне точно уже не надо. Снайпер ко мне. Так это наш снайпер. Нет. Пулемет. Хелп. Хорошо бьет. Почти попадает. У меня патрон закончил. Вообще. Ага. Ну так это. У него тоже. Я почему-то ничего не вижу, у меня все. Крас. Попал. Ну он только выжил, блядь, я в камень попал. Да пой. Кто найдет 105-го, то он приз, да? Ну. Найдите лучше медика, то руки что-то трясутся сильно. Я сейчас буду горло. Чуть левый, я второй возьму. 240 совсем близко снайп. Сломайте ее кто-нибудь. Тебя антиперки жахнет. Потому что он же здесь какой-нибудь снайпер. Сняй. И дай.
живые? Перебежали? Да, этот ползает. Все, я живые перебежал. Снайпера сняли или нет? Что-то его нигде не видно. Блять, тут нет никуда. Это здание?